Губернатор Виктор Толоконский находится с рабочим визитом в Турханском районе края. Глава региона уже посетил объекты ЖКХ, культуры, спорта и здравоохранения, а также провел два выездных заседания правительства. На месте сейчас работает и наша съемочная группа. Вот что сообщает по телефону наш корреспондент Алина Штоколова. Водозабор в Азарке был первым объектом, который посетили губернатор и министры. Его строительство началось 5 лет назад, и к 31 июля его должны были завершить, однако главы региона не устроили качество и темпы проведения работ по благоустройству территории и подключению электроснабжения объекта по постоянной проектной схеме. Он подчеркнул, что не будет принимать водозабор в работу в таком состоянии. Все вокруг завалено мусором, а на самой площадке грязь. Также губернатор выразил недоверие, что в установленные сроки подрядчик успеет завершить все работы и полностью сдать объект. Поэтому прямо на месте министр строительства и ЖКХ Николай Глушков вместе с ответственными за возведение водозабора составили график окончания работ, расписанный буквально на каждый день. Глава региона поставил задачу запустить его до наступления холодов. Затем Виктор Толоконский провел личный прием граждан и выездное заседание правительства, где был принят целый ряд важных решений, в частности, по переселению жителей Игарки из ветхого и аварийного жилья и ремонт городской больницы. В прошлом году там провели ремонт хирургического отделения и заменили медицинское оборудование на самое современное. Например, теперь в Игарке могут проводить лапароскопические операции. Но впереди еще много работы, необходимо привести в порядок еще одно отделение, фундамент и фасад здания. Приступить к строительству должны к Новому году.